Привет-привет, ребятки и девчатки. Поехали на Матильдосе прокатимся. Сейчас нас шестерками опять поставят. Наверняка. Матильда вообще беспомощна с шестерками. Она их не пробивает. Зато они ее крошат просто. Ну, равно. О, нет, с пятерочками попали. Отлично. Ой, моя любимая карта. Великолепно. Великолепно. Ну, поехали. Раз великолепно, то поехали. Наконец-то я ее освоил, да, эту карту называется. Поэтому любимая. Как и Золотая долина стала любимой. То вообще ее не понимал. По-разному пробуешь и так играть, и так играть. И сяк, и на косяк. Так, тут их не видно пока никого, да? А вот так уже может быть и видно. А вот так уже и видно-то, блядь. Да ты посмотри, что, блядь, творится-то, а? Чё, сучара, увидел, блядь, Матильду и сразу сваливаешь? Блять, а. Да что, вот перекрыл мне, блядь, всю движуху. Такой молодец вообще просто. Просто дальше некуда. Так, вот там может вдалеке какая-нибудь срань стоять, дрянь. Так она и стоит, там так и есть. Угу, сейчас он меня пулять начнет. Вот. Я ж о том же. Здрасте, приехали. Ну что ты там стрелял в меня? Где ты там? Свалил уже? Чудище лесное. Убил. Ну, так же, как четверка, вот он стреляет, хоть он вроде бы и этот. А, как он называется, это пробивной парень. ПТСАО. И ни хрена у него не получается это пробить. Ну, вот не выходит.